Приветствую всех. Еще раз поздравляю всех с наступающей Пасхой. Сегодня представляю вам новое яйцо. Эту серию я назвала «Тюльпаны» в честь первого яйца. Подробности объясню далее. Желаю вам всем удачи и удовольствия от созданных вами шедевров. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С удовольствием всем отвечу. Познакомлю вас с моим новым изделием, новым пасхальным яйцом. Эта идея пришла мне еще в феврале месяце, было холодно, еще зима, но правда уже первые признаки весны появились, это был конец февраля. И вот мне захотелось сделать что-то такое весеннее, приятное, радостное, то, что поднимает настроение и приближает к нас к весне, к солнцу и к лету. Мне захотелось сделать лужайку с цветами, солнце, яркое солнце. И вот что у меня из этого получилось. Как вы видите, я действительно сделала эту лужайку. Здесь вот у меня цветочки. Видите, вот листики у каждого цветочка. По два листика. И цветочек, как тюльпанчик. Такой вид имеет. И вокруг яркое солнце. И даже горячее солнце, можно сказать, обрамляет весь узор. Вот посмотрите, как это яйцо выглядит. Это была моя первая задумка. Какое же яйцо сделать к новой Пасхе, к новой весне? Затем я начала рассматривать разные другие варианты цветов, какие можно расцветки совместить и применить вместе. Вот, допустим, такое спокойное пасхальное яйцо у меня получилось. Вы можете, естественно, рисовать это разными красками. Вы видите на экране разные варианты. Только хочу вам сказать, что в этот раз я применила меланжевую нить. Вот посмотрите здесь, в третьем ряду, у меня меланжевая нить. И вот так она интересно обрамляет уже получившийся цветок. То есть вначале у нас в центре были тюльпаны, а теперь у нас уже получается даже цветок, такими лучами, отходящими от него. Ну и далее я продолжала этот эксперимент с меланжевой нитью. В третьем ряду, вот посмотрите, какие эффектные яйца у меня получились. Мне кажется, очень удачно вышло, удачный узор. И здесь тоже третий ряд, как видите. Совершенно другое сочетание цветов. Но они привносят какие-то лучи, дополнительное, какое-то дополнительное сияние в это яйцо. А вот в этом яйце я поставила меланжевую нить в четвертом ряду. И вот такая красота у меня получилась. И это яйцо мы будем сегодня с вами вязать. Приступаем к вязанию. Мы сегодня вяжем яйцо среднего размера. Это М-ка. Вот такое яйцо я сегодня буду применять. Существует еще яйцо большего размера. Из пенопласта, по крайней мере, у меня такое есть. Это размер L, как я уже говорила. Все объяснение по размерам, по яйцам я уже давала в первом видео. И в третьем видео мы делали большое яйцо. Поэтому, если у вас есть вопросы по размерам конкретно и какие яйца я применяю, можете посмотреть первое и третье видео о пасхальных яйцах. Ссылки на эти видео я оставлю внизу в описании.
Также вы можете использовать любой наполнитель для игрушек, любой какой вы хотите, синтепон. Сегодня мы применяем это яйцо. Я уже сделала заготовку для этого яйца, как видите. Вот посмотрите, эта заготовка меньшего размера, чем яйцо. Я ее буду сильно натягивать, когда свяжу вторую половинку, для того, чтобы она плотно села на яйцо, когда я буду его сшивать. Если вы делаете яйцо большего размера, то увеличьте количество столбиков без накида в первом ряду и дальше вяжите по схеме, которую я вам дам. У вас просто получится на один лепесток, на два лепестка больше, в зависимости от того, какой величины вы хотите сделать яйцо. Также вы можете в конце довязать еще здесь один ряд столбиками без накида, и у вас получится больший объем яйца, и он будет иметь хорошую форму. У вас есть возможность поэкспериментировать и выбрать тот размер, который вам больше нравится и больше подходит. Я использую нить хлопок 100%. В 115 метрах нити у меня 50 грамм. Такая у меня пряжа. Кроме того, естественно, я использую ножницы. Крючок я использую 3 миллиметра. Также я использую дополнительный крючок просто для закрытия ряда. Идет как вспомогательный. Также я использую иглу для сшивания половинок. И также мы можем применить булавочки для определения носика. Собственно, это все. Начинаем работу. Приступаем к вязанию первого ряда. Берем нить. Формируем скользящую волшебную петлю. Кто еще не знает, как ее связать, посмотрите мое видео, ссылочку я оставлю внизу в описании. Вот такую волшебную скользящую петлю мы делаем. И в эту петлю мы провязываем еще 7 столбиков без накида. 1. Два, три, семь. Вот мы связали 7 столбиков без накида, с учетом самой первой петли, у нас получается 8 столбиков без накида. Затягиваем нашу скользящую петлю. И закрываем этот ряд вот в первую петельку от нашей скользящей петли, которая у нас была. Вот так закрыли ряд. Петлю затягиваем плотно, чтобы она потом не разъехалась и не изменила нам размер яйца. Все, первый ряд мы с вами связали.
Приступаем ко второму ряду. Приступаем ко второму ряду. Берем следующую нить. И в любую петельку, какая вам больше понравится, подсоединяем нашу ниточку. Далее делаем еще 2 петли подъема. И в эту же петельку провязываем столбик с накидом. В следующую петельку мы провязываем 2 столбика с накидом. Я вяжу плотно. Рекомендую вам тоже вязать плотно. В каждую следующую петельку мы провязываем по 2 столбика с накидом. Встречаемся в конце ряда. Довязываем второй ряд. В первом ряду мы не закрепили ниточку, которую мы продели после обрезание первого ряда, она у нас осталась свободной, поэтому мы ее здесь аккуратно провязываем. Вот я провязываю последний столбик сюда. Закрываем этот ряд верхнюю петельку первого столбика и подтягиваем нашу ниточку от первого ряда. Теперь все стягиваем, ставим на место и только сейчас завязываем ниточки от первого ряда. Я намеренно не делала узелок сразу после первого ряда, чтобы он нам не мешал провязывать второй ряд. Теперь все получилось аккуратно и красиво. Все подтянули, поставили на место. Второй ряд мы тоже связали. У нас получается 16 столбиков с накидом всего. И закрываем второй ряд. Я узелок опять намеренно здесь не делаю, чтобы мне не мешало вязать следующий ряд. Второй ряд закончен. Приступаем к третьему ряду. Я беру черную нить и подсоединяю ее в любом месте, но одно условие. Мы подсоединяемся вот в эту птичку, в арочку, между двумя столбиками с накидом, которые у нас были провязаны в одну петлю предыдущего ряда. Вот именно в эту арочку мы подсоединяем нашу новую нить. Делаем 2 петли подъема. И провязываем еще
сюда же два столбика с накидом. Мы провязали наш веер в предыдущий ряд в раскол. Далее мы находим следующую вот такую птичку предыдущего ряда, и между вот этими двумя столбиками с накидом опять провязываем 3 столбика с накидом. Итак, вяжем до конца ряда. У нас должно получиться 8 вот таких вееров. Встречаемся вот здесь. Провязываем последний веер вот в эту птичку, в раскол двух столбиков предыдущего ряда. 1, 2. Закрываем ряд верхнюю петельку. Как вы заметили, нити предыдущего ряда я не затягивала и не завязывала между собой, и эту нить я тоже оставляю свободной, чтобы мне не мешали узелки вязать следующий ряд. Эти нити будут все равно крепко держаться. Третий ряд мы связали. Приступаем к вязанию следующего четвертого ряда. Я беру меланжевую нить и подсоединяю ее к нашему цветку. Подсоединяем мы нашу нить в любой из вееров между двумя столбиками веера. Делаем подсоединение и вяжем 2 петли подъема. В следующую арочку между двумя столбиками предыдущего ряда также провязываем 1 столбик с накидом. А вот в арочку между веерами, вот здесь, мы провязываем 2 столбика с накидом. Опять следующий веер. Мы берем первую арочку, провязываем сюда 1 столбик с накидом. В следующую еще столбик с накидом. И в арочку между веерами 2 столбика
накидом. Вот такой узор у нас получается. Таким образом вяжем до конца ряда. Заканчиваем четвертый ряд двумя столбиками с накидом в арочку между веерами. Закрываем в первую верхнюю петлю. Мы связали с вами 4 ряда. Встречаемся в 5-м ряду. Приступаем к 5-му ряду. В 5-м ряду мы будем вывязывать носик. Определяем, где у нас будет вершинка носика. Я ее беру на одном из вееров, которые у нас были, посередине. Вот обозначаю эту петельку как самую вершинку носика. Далее 4 петли вправо. 1, 2, 3, 4. И 4 петли влево. 1, 2, 3, 4. Мы это с вами уже много раз делали в наших предыдущих видео. Я думаю, вам почти всем эта процедура уже известна. Для тех, кто делает впервые, ничего сложного. Просто будьте внимательны в определенных моментах. Для интереса посмотрите предыдущие мои видео, там очень много разных объяснений. Начинаем ряд с противоположной стороны. Вот с противоположной стороны я подсоединяю нить, но только уже в петельку предыдущего ряда. И вяжем столбики без накида до вот этой нашей булавочки. Мы подошли к нашей булавочке. Снимаем. И в эту петлю, в следующую, провязываем полустолбик с накидом. В следующую провязываем еще один полустолбик с накидом. Далее столбик с накидом. И еще один столбик с накидом. Снимаем булавку. И сюда мы провязываем 3 столбика
с накидом. Это наш носик. Далее опять столбик с накидом. Еще столбик с накидом. Полустолбик с накидом. И еще один полустолбик с накидом. Нашу булавочку снимаем. Наш носик мы связали. Далее вяжем столбики без накида до конца ряда. Тридцать три, 34. У нас получилось всего 34 столбика. Я все-таки прихватила ниточки предыдущего ряда не узелком, а на один раз завязала, чтобы они не мешали. И вот теперь сюда, вот нашу первую петельку, я закрываю этот ряд. Все должно смотреться красиво и аккуратно. Вот закрыли пятый ряд. Если вам мешают эти ниточки внутренние, вы все-таки можете их прихватить. Но на узел, на тугую, лучше не завязывать, чтобы вам эти узелки не мешали вязать дальше. Очень длинные ниточки можно обрезать. Пять рядов мы с вами связали. Остался один ряд. Для шестого ряда я беру опять меланжевую нить. Подсоединяемся в любом месте, не обязательно там, где у нас узелок. Чтобы нам легче было начинать ряд, можем начать со следующей петли. В этом ряду вяжем только столбики без накида. У нас должно получиться 34 столбика без накида. Провязываем 34 столбика без накида и встречаемся в конце ряда. Заканчиваем ряд, провязываем последний 34 столбик без накида. Закрываем ряд. Вот так, последний шестой ряд мы закрыли.
Можем чуть-чуть подтянуть яйцо, растянуть, чтобы оно хорошо село на пластиковую форму. Беру пластиковую форму. Вот она так садится на яйцо. Мне этого объема достаточно. И вторая половинка тоже. Сейчас мы их сошьем, и вы увидите, что для такого яйца это подходящий размер. Приступаем к сшиванию. Берем одну половинку, берем, естественно, иглу с нитью и вот берем петельку, которая у нас в основании носика, чуть левее от центральной, от центрального столбика с левой стороны, можно сказать. Вкалываем иглу, протягиваем нить, берем другую половинку, тоже находим середину и теперь правую сторону. Вот сюда вкалываем, а в первой половинке вкалываем в следующую петельку. И вот таким образом соединяем две половинки. Дальше сшиваем в каждую последующую петлю. Мы это с вами уже много раз делали. Я надеюсь, никаких сложностей у вас это не вызовет. Шьем равномерно. И заканчиваем наше яйцо, последнюю петельку этой половинки и в первую петлю первой половинки. Вот сюда, вот так. Вот чтобы эта ниточка не мешала, я вам показываю. Вот так заканчиваем сшивать. Ниточки можете хорошенько подтянуть, чтобы шов был равномерный. Вытягиваем ниточки в сторону. Thank you.
Вытягиваем ниточки в сторону. Ставим яйцо на место. Завязываем здесь очень тугой узелок, чтобы он у нас ушел прямо внутрь. И вытягиваем ниточки через другое отверстие. И убираем их совсем внутрь. Все, наше яйцо готово. Посмотрите, все аккуратно. Все петельки сошлись. Вот такое красивое яйцо мы с вами сегодня связали. Кто хочет, может сделать еще веревочку. Полностью детали, как сделать эту веревочку, я показывала в предыдущем видео, там, где африканский цветок, яйцо с африканским цветком. Собственно, здесь я вяжу 50 воздушных петель, оставляю кончики и потом завязываю на бантик. Более подробно можете посмотреть в предыдущем видео. Мы сделали с вами красивую работу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Желаю вам удачи. Желаю вам счастливых пасхальных праздников. Всех вас люблю, целую, обнимаю. До новой встречи. Пока-пока.